трейдер заработал 30 миллионов долларов на буме всего за 3 дня. Аналитики локчейн обратили внимание на адрес участника парсела бума, которому удалось превратить 421 SOL в 30 миллионов долларов всего за 3 дня. Кошелек Sunday, Funday.sol, крупнейший участник предпродажи нового мемкоина на Solana под названием Book of Mem. 3 дня назад он потратил 421 SOL стоимостью около 72 тысяч долларов и получил взамен 1 миллиард 430 миллионов бума. По текущей цене их стоимость составляет около 30 миллионов долларов. Сегодня он частично зафиксировал прибыль, продав 190 миллионов бума за 20 тысяч SOL стоимостью около 3 миллионов 660 тысяч долларов. На данный момент он владеет 1 миллиардом 240 миллионами Book of Mem. Еще один трейдер отправил на адрес создателя бума 102 SOL и получил взамен 347 миллионов токенов, а затем продал их с 340-кратной прибылью за 6 миллионов 600 тысяч долларов. Однако другим участникам рынка не так повезло. Shutter.sol потратил 50 SOL на покупку 170 тысяч бума и избавился от них через 14 часов, заработав около 130 тысяч долларов. На данный момент стоимость проданных им токенов превышает 3 миллиона 500 тысяч долларов.